телеканала «Искусство ТВ» Галина Ткачук. Вспомните, пожалуйста, если вас не затруднит, ваше первое культурное потрясение. Короткая история, что вас вдохновило, потрясло, удивило, может быть, кино, танцы, музыка, все что угодно. Вот это настоящий вопрос. Je pense ma première visite au Louvre pour l'égyptologie quand j'étais au Louvre pour la première fois avec mon école quand j'étais enfant. Наверное, действительно в детстве, когда мы с классом в школе пришли на египетскую коллекцию в Лувр. Мое первое посещение Лувра.